الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. В дальних странах люди живут в лесах совсем не так цивилизованно и нормально, как мы. Их жизнь крайне примитивна. Например, в Камбодже из-за сильной бедности у них даже нет ванных комнат или бани, где они могли бы мыться. Люди вынуждены купаться в одежде у двери собственного дома. Когда мы посещаем эти селения, мы видим, что все их просьбы сводятся к вещам, которые для нас воспринимаются как нечто само собой разумеющееся в жизни. Они хотят потолок для дома, забор для кладбища. Некоторые из них мечтают о том, чтобы у них был, я извиняюсь, туалет. Когда однажды я разъезжал по пустыне Нигера, я увидел двух девочек. Они стояли рядом с деревом, и у них в руках были палки, которыми они били дерево. Я попросил водителя остановиться, вышел из машины, чтобы посмотреть, что происходит, и понял, что они сбивают с дерева листья. Они собирают их в мешок, после чего едят эти листья. Ля-иля-иля-ля. Их голод достиг такой стадии, что они пытаются сбить листья с деревьев, чтобы поесть. Они варят их и едят. Клянусь Аллахом, когда я увидел эти листья, я не мог понять, какое терпение и какую стойкость нужно иметь, чтобы есть такое. Вот то, что они собирают. Листья деревьев. Если эти люди едят листья с деревьев, то сколько же роскошной еды ежедневно попадает в мусорные баки из наших домов? И как вы думаете, если бы они нашли то, что мы выбросили, они стали бы это есть или нет? Если они едят даже древесные листья, то почему бы они не стали есть остатки нашей еды? Так пусть же побоятся Всевышнего Аллаха люди с излишками еды и питья, которые выкидывают ее и бросают, хотя бедняки нуждаются в ней. Пусть они собирают лишнюю еду, или изначально покупают и готовят меньше, чтобы дать этим нуждающимся то, что будет поддерживать их жизнь вместо этих листьев. Где та еда, которую мы выкидываем в мусор? Где она? О, если бы мы ее отдали им. Где те банки, которые мы выбросили из холодильников, потому что срок годности кончился, а мы их так и не съели? Мы о них забыли. Они бы их не забыли. О, Аллах, прости нам, ведь воистину никто не прощает грехов, кроме тебя. Знаете ли вы, что больше всего надорвало мое сердце? Мое сердце разрывалось, когда я задал ей вопрос, а она потупилась и начала смотреть вниз. Она отвечала крайне стыдливо, хотя, по идее, это мы должны испытывать стыд, а не она. Как дети живут на всем этом? У них нет никакой другой еды? У них есть только это. Как они едят эти листья? Они варят их в воде, кладут в воду. И все кладут в воду и варят? Да, варят. И это их единственная еда? Спроси их. Это единственное, что они едят. Потому что вода кончилась, наступила засуха. Другой еды нет. Я много слышал о жестокой резне, которая коснулась наших братьев из Центральноафриканской Республики. Оставшиеся в живых после той резни отправились в республику Чад. Мы поехали к ним на машине после того, как приземлились в аэропорту столицы Чада, Нджамены. Это народ, который убивали в большом количестве и выселили из родных мест. Но они продолжают твердо стоять на том, из-за чего их убивали. Они твердо стоят на своей религии, на намазе и на поклонении. Они не оставили свою религию взамен на то, чтобы остаться в своей стране. Нет, они готовы жить в хижинах из листьев деревьев. Иногда из простых стволов и веток. И все это только для того, чтобы продолжать поклоняться одному Аллаху. Мы нашли ребенка, разум которого помутился, бедняга. Знаете ли вы почему?
Его зверски ударили по голове, и нынешнее психическое расстройство является следствием того удара. Одни из самых грустных историй и тяжелых зрелищ, когда ты встречаешься с вдовами. У этой женщины убили мужа, и никто не смог забрать его тело и провести по нему заупокойный намаз. И мы провели по нему салятуль-гайб, молитву за отсутствующего. Из-за наличия раненых и больных среди беженцев, они решили остаться рядом с маленькой лечебницей в одном селении. Она представляет собой комнату, где проводится лечение. Но прием проходит не круглосуточно. Лекарства заканчиваются уже в середине дня, и врачи прекращают принимать больных и раненых. Если на это больно просто смотреть, то как себя чувствуют те, кто живут в этой боли днем и ночью, братья мои и сестры? Когда мы посещаем их, мы можем остаться с ними на несколько дней, после чего возвращаемся. Так как мы можем дать им гарантии, что в дальнейшем они будут жить в достойных условиях? Мы связались с соответствующими органами и договорились о том, что им предоставят швейные машинки, на которых смогли бы работать женщины-беженцев, и продавать одежду в деревнях и городах Чада, чтобы это был их доход. Особенно если учесть, что сейчас они целый день никак не работают. Сейчас машинки есть. Вдова может прийти в любое время и работать на них, чтобы сшить одежду и продать, и вырученных денег хватит ей и ее детям. Чтобы им не надо было подавать милостыню или что-то дарить. И они ели бы за счет того, что производят сами. И хвала Аллаху. Уважаемый брат, уважаемая сестра, я прошу Аллаха благословить тебя в твоем уделе и твоем имуществе. Наслаждайся им дозволенным образом. Но прошу тебя, не забывай о тех людях. Твое сердце слишком милосердно для того, чтобы о них забыть. Даже если ты просто будешь делать за них дуа, и Аллах ответит нам, тогда они получат пользу от нашего дуа, даже если им не помогут наши дирхамы. Я знаю, что сейчас ты чувствуешь милосердие и сострадание к своим братьям и сестрам. Тебе горько за них. Видишь эти чувства? Я путешествовал и показал тебе все это для того, чтобы возбудить такие чувства в твоей груди. Потому что к вещам, которые Всевышний Аллах любит видеть в твоем сердце, относится то, что ты чувствуешь сейчас. До такой степени, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милостивых помилует милостивый». Будьте милосердны к тем, кто на земле, и к вам будет милостив тот, кто на небесах. О Аллах, мы просим твоей милости к твоим рабам, наш Господь, Создатель наш, дающий нам средства к существованию, наш Покровитель. Нет во Вселенной другого Бога, кроме тебя. К тебе обращаемся с мольбами. И не существует другого Господа, кроме тебя. И к тебе обращаем все наши просьбы. Мы молим тебя о твоей милости. Не доверяй нас душам нашим ни на мгновение или на меньший срок. Мы просим тебя о милости, которая избавит нас от нужды в милости кого-либо другого помимо тебя. О Аллах, помилуй своих слабых рабов. О Аллах, избавь их от нужды. О Аллах, возвысь их место. О Аллах, избавь их от нынешних проблем. О Аллах, я прошу тебя отправить к ним по твоей милости и милосердию то, что будет достаточно для них. О живой, о вечно сущий, обращаемся за защитой к твоему милосердию. Нет божества, кроме тебя. Пречисты. Поистину мы были одними из беззаконников. Так прости нам наши грехи и расточительство в наших делах. И упокой нас, когда будешь доволен нами, а не рассержен на нас по твоей милости. О Рахим, о Рахман. Аминь, Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.